Кино 1954 года советское, ну вот очевидно уже оттепельное как раз начинается, и тут много фильмов достаточно нам известных и любимых. Сразу резко против сталини... после сталинизма сразу такой вот расцвет наступил. «Анна на шее» экранизация Чехова. Какое-то время в начале 50-х, как я говорил, при Сталине снимали одни экранизации, потому что это было безопасно. По крайней мере, это утвердили в качестве классики. Но в данном случае сняли оригинально, то есть они-то сняли красиво. Суть «Анны на шее», как всем известно, заключается в том, что молодая девушка, она продается, значит, старому чиновнику, выходит за него замуж, чтобы там спасти свою семью и так далее. В роли вот этой Анны Соболевой Алла Ларионова, там еще есть Жаров, Вертинский и так далее, много актеров. Ну и сразу же начали ругать старые эти все сталинские волки, критики, что слишком легко. То есть там это все показали красиво. Показали все эти красивые балы, дворцы царские. Тогда это все было сравнительно недавно. Сколько там после революции прошло? Лет 30. То есть, ну вот это да, это примерно как мы советское время. Примерно царизм от них был как от нас советское время. То есть у нас многие тоже ностальгируют, и тогда тоже многие ностальгировали, что, дескать, все было красивее, а сейчас все опошлили. И вот под них на самом деле было и снято. Шкловский до того доходил, что фильм, дескать, защищает проституцию. То есть вот она себя продается, и типа там показано, что все это хорошо, вот у нее такая прекрасная жизнь. И Чехов писал не об этом. Ну, как бы понятно, что Чехов не об этом, но это вот начинается та самая фига в кармане. То есть под видом каких-то, значит, фильмов, вот, экранизации классики показывают, что было хорошо сравнительно в царской России, там тоже были хорошие люди и так далее. Тем не менее, успех был большой, потому что нарядные костюмы, все такое яркое, музыка, там красивые актеры и так далее. Чехов зритель на вот это шел. То есть лидер был кинопрокатом, между прочим, в 1954 году, как раз «Анна на шее». Дальше фильм «Большая семья». Ну вот он снят еще по роман, который написали еще при Сталине, он переходный такой. То есть там семья потомственных рабочих судостроителей, и они там, значит, внедряют разные новые методы на заводе. И некоторые конфликты там в этой семье тоже наблюдаются, изучают там всякие науки. То есть показано, что вот современные рабочие советские, они модернизируются, не чужды образованию. Там играют Борис Андреев, Вера Кузнецова, Баталов, то есть такие вот зубры тоже сталинского кино. Было лауреатом Каннского фестиваля «Лучший актерский ансамбль». Но в целом там еще все-таки скорее старый, там такое бесконфликтное все-таки произведение, такое про хорошую жизнь советских рабочих. А вот кинокомедии явно оттепельные уже выходили. «Верные друзья» считается первым точно оттепельным фильмом. Михаил Колотозов — это именно классика именно оттепельного кино. Вот она, оттепель, собственно. Сюжет, я думаю, там все знают. Было три, значит, друга. Они, когда были маленькими еще, они плавали по лодке и мечтали, что они по большой реке пойдут в плавание. Потом прошло 30 лет, они все стали там маститыми всякими учеными, академиками. И вот, наконец, они поплыли все вместе по реке, на плоту вниз по большой реке плыли. Ну и при этом всяческие комические ситуации возникают, и в том числе критикуется спесь бюрократии советской, в общем, довольно много. Там троица играет: Василий Меркурьев, Борис Чирков, Александр Борисов. Борис Чирков — это известный Максим, то есть он вполне тут адекватно вписывается со своим таким мягким юмором. Меркурьев играл как раз в 50-е вечно таких вот маститых бюрократов. Он, кстати, уже болел диабетом в это время, в принципе, больной человек, героически работал в кино, скрывая свою болезнь. Там есть четыре прекрасные песни, которые потом все пели и выпустили отдельной пластинкой. Вот это вот «Плыла, каталась, качалась лодочка по Яузе реке» постоянно показывают. «Что так сердце растревожено» — это тоже оттуда. «Мы расскажем, как мы засели на мели». Вот все. Это классические эти популярные песни советские из вот этого фильма «Верные друзья». Так как комедия много критики, причем довольно острой. Вот, как я уже говорил, оттепель, она в основном-то проявлялась в сатире. Потому что никакой многопартийности не было. Все газеты, журналы воспроизводили одну и ту же картину, которую партия сказала. А хоть какая-то критика, она была в области сатиры. Именно поэтому все любили страшно комедии в то время.
стендаперов всех, и как раз вот этот демократизм проявлялся в том, что это комедия, где обсмеются всевозможные начальства в том числе. Ну, это вызвало и критику, соответственно, фильма. А в то же время было очень популярно, и лидер проката следующего, и 54-го, и 55-го года. То есть вот вместе были лидеры проката «Анна на шее» и вот этот самый про лодочку, про этот фильм, там, «Верные друзья». Весьма так это наложилось, что люди ждали какого-то отдыха, вот они как бы отдыхают, и при этом какие-то вот социальные проблемы острые для того общества возникают и критикуются. Имеется ремейк, Андрей Панин снял «Полный вперед» 2004 года, еще не смотрел, вот, кстати, может, посмотрю ремейк в новостях, может быть, расскажу, какое у меня будет впечатление от этого. «Запасной игрок», фильм про спорт. Также там фильм про актера Светланова. Тут как бы он, как и многие фильмы советские про спорт, без особого нагрузки, без особой нагрузки, просто комедийные ситуации. Комедия считается «Запасной игрок». Суть этого фильма, что там Вицин впервые в главной роли, и он уже совершенно очевидно в своем амплуа. Сразу. У него прямо на лице это амплуа написано, и он сразу там это играет. За это критиковали, что какой-то четкой мысли нет, сюжета даже какого-то особенно четкого нет. Главный герой фильма – это теплоход «Россия», критика говорила. Тем не менее, все сразу отмечали, что Вицин явно крупный актер. Вот Вицин как раз с этого фильма пошел в народ. «Море студеное», надо отметить, про поморов. Снимали все-таки фильмы про так называемые субэтносы, то есть малые славянские народы, поморы, казаки, сибиряки, которые ни с какой стороны никогда не были русскими и были объявлены фактически Сталином в 20-е годы русскими, но помнили, что они отличаются, и сейчас все помнят, что отличаются. Как-то вот так вот получилось, что и народ, и не народ, и до сих пор такое. Ну, у нас всегда так, из-за вранья все время так вот все. Ну, ладно, про поморов сняли, молодцы. Это реальные события, когда целая группа поморов в 18 веке, они 6 лет прожили на необитаемом острове. Только они в 18 веке туда попали из-за бури, а сюда еще приплели, что на них якобы напали европейские пираты. То есть, во-первых, пиратов приплели, которые по таким морям не лазили. Ну и, во-вторых, вот это противостояние с Европой подтянули, видимо, идеологическое, чтобы это через советскую цензуру пропихнуть. Вот. Но самих поморов прекрасно показали, отражается их культура. Играют лучшие актеры того времени, все, в общем, это все позитивно, что сняли хоть что-то поморскую культуру. Правда, все снимали в Крыму, нахер они, не в Архангельске даже. Еще одно оттепельное яркое, мы с вами где-то встречались. Это первая главная роль в кино Аркадия Райкина, это Райкин. И там огромное количество его миниатюр, которые он постоянно потом играл. Весьма острых для того времени, критикующих реальные проблемы, реальные недостатки, которые все воспринимали, которые было запрещено критиковать при Сталине. Для 1954 года очень смелый фильм. Сюжет там такой, что, значит, Райкин и его жена, которую играет Целиковская, они собирались отдохнуть в Симферополе, в Крыму. Очень много старого Крыма 50-х годов. Ну и там, в общем, Райкин что-то там отстал от поезда, всякие там приключения у него. Потом они непосредственно в Крыму тоже всякие концерты дают. Я жил длительно в Крыму 4 года. И эти все места мне очень были знакомы, как раз там этот фильм смотрел. Крым уже довольно похожий, потому что там многие эти штуки построили как раз вот при Сталине. По-моему, там даже эта дорога есть уже, по которой сейчас троллейбус ходит. По-моему, и нижняя дорога там есть. По-моему, даже все дороги есть. И южное побережье довольно сильно походит на себя. Ну, это мои личные, а вот что касается роли общественной, тоже очень высокая. Вообще роль сатиры Райкина очень высокая. Вот максимум, что дозволялось вот, в плане критики, это вот можно у Райкина увидеть. А другим и это не позволяли. Помимо всего там прочего, есть там и Меркурьев, который тогда, да, как крупный актер тоже выделяется, хотя он уже за 40 ему было. Ну и, в общем, фильм очень хороший, смешной. Райкина всячески рекомендую. Вершина советской сатиры, вне всякого сомнения. Он, по-моему, уже в перестройку там умер, когда все идеалы советские накрылись, и он умирал как раз в период гибели. То есть все, против чего он боролся, оно все и вышло на свет. «Укротительница тигров». Это дебют Людмилы Касаткиной, тоже прекрасной актрисы. Сюжет про цирк. Ну, естественно, там какая-то любовная идет. Это самое
перипетия, да, и параллельно вот уборщица клеток, она становится дрессировщицей. Это вообще американский типичный сюжет про карьеру в Голливуде. Его перевели полностью на советский, значит, на советский этот антураж, добавили там тигров и поставили Касаткину все это играть. Ну, для зрителей того времени, после тупых этих сталинских картонных фильмов, все прям ярко было. Они, конечно, не понимали, что это копирует американский поп-арт. А на нашей все получилось прекрасно, очень все смотрели. Касаткина и Кадочников, основной дуэт. Кадочников вообще был герой-любовник номер один в начале 50-х, везде играл, а Касаткина была молодая и как раз на этом фильме раскрутилась. Но Касаткина прекрасная, конечно, актриса 50-х, 60-х. Отмечали там также хорошую игру Сергея Филиппова. Атмосфера времени вообще великолепная там, такая позитивная. Чувствуется обновление, люди такие более раскованные. В общем, про тигров эту комедию тоже я рекомендую, «Укротительница тигров» 54-го года. Для понимания 50-х годов их идеалов она весьма-весьма полезна. Экранизация Гайдара «Школа мужества». Ну, дело в том, что Гайдар был классиком, его изучали прямо в школе. Причем в начале его изучали. Сначала Гайдар идет, ему 5-й что ли класс там. А потом уже вся мировая литература. Играет Леонид Харитонов, Бориса Горького, Марк Бернес, Афанасия Чубака, другого героя. Ну, «Школа» плохой у Гайдара. Конкретно «Школа» — это один из ранних его романов. При экранизации они еще использовали стилистику вестерна американского. То есть получился довольно плохой все-таки роман Гайдара плюс американский вестерн. Но они потом в стиле вестернов постоянно про гражданскую войну снимали. Вот уже... Да они с этого и начали. Там у них и «Красные дьяволята» такие же с самого начала были еще немые. Ну вот, переделали, естественно, повесть, потому что и так ее все знали. Тоже был один из лидеров советского проката, но дело в том, что все эту книгу в школе изучали, поэтому все пошли смотреть экранизацию. Тут я не заметил никакой там оттепели, довольно простой советский фильм, плохой текст, бездарный Гайдара в данном случае. Хотя Гайдар позже писал много хорошего. В частности, «Тимурова команда» — прекрасное произведение, об этом я уже говорил. Ну, видимо, высокий уровень в прокате просто объясняется тем, что входило в школьную программу, и просто погнали всех школьников, ну и сами все добровольно пошли посмотреть, как же все-таки это в кино-то сделали. Нужно отметить фильм «Герои ошибки» совместный советско-болгарский, но очень хороший. Кстати, приз за лучшую режиссеру на Каннском фестивале. Естественно, это русско-турецкая война. Имеется традиция сталинского исторического кино, имеется традиция исторического кино европейского. Но в данном случае все очень подробно. Показали реальные все события, начиная с 1875 года и потом всю войну. К съемкам привлекали большое количество солдат и советских, и болгарских. Снимали непосредственно в Болгарии, в местах непосредственно боев, там на Дунае и так далее. Если Дунай форсирует, то реально сняли на Дунае, шибку на шибке сняли. До сих пор, кстати, клипы на Ютубе болгарские со всякими националистическими песнями часто идут под видеоряд из «Героев шибки». Это в значительной степени все-таки болгарское кино, а не только советское. Батально такое историческое, весьма красочное, мне тоже очень нравится. И, кстати, исторически довольно достоверное, в отличие от многочисленных сталинских фильмов, которые сильно перевирали историю. Тут, видимо, болгары уже не дали много врать. Довольно достоверно. Хотя есть критика высшего руководства, лично царя, великого князя и так далее, которым противопоставляются генерал Скобелев известный и прочие всякие прогрессивные, так сказать, офицеры. Ну, то есть, чтобы все-таки какую-то марксистскую линию провести, сделали такое, что часть офицеров плохие, а часть хорошие. Ну, генералов даже, часть генералов царских плохие, а часть хорошие, и якобы они конфликтуют. Но это все-таки второстепенно. Тут что получилось? Совпал российский имперский миф и болгарский миф. Болгарский миф такой, что они страдали от турок, и наконец вот они освободились. Российский имперский миф, он прям вот прям с захвата Новгорода, с 15 века, он о том, что империя от кого-то там, от чего-то освобождает. Вот они Новгород независимый, республиканский захватывали, и при этом говорили, что они освобождают народ Новгорода от бояр-олигархов. Это пиздец. Лишая его полностью какой бы то ни было свободы. И вот это все продолжилось, и основная у нас демагогия даже до сих пор, даже и в эту войну, что там что-то кого-то там освобождают. В реальности практически никогда никого не освобождали, просто что-то захватывали. И те самые, которых якобы освобождали, упорно сражались против этого русского завоевания, как это было, кстати, в 17 веке в Украине. Но вот конкретно в случае болгар действительно освободили. Это тот
редкий момент, когда все-таки попало. Поэтому, видимо, как бы вот этот фильм до сих пор любят и болгары, и россияне, потому что тут соответствует традиционным представлениям. Но таких случаев, когда вот реально кому-то помогли, как болгарам, на самом деле было мало, и в основном, наоборот, под лозунгами об освобождении все захватывали, и, безусловно, Россия была, остается империей, и с этим связаны многие проблемы, даже и наши, даже и, собственно, тех, кто в ней живет.